Всем доброе утро. Сегодня, вернее, вчера достала мясо, хотела сделать пельмени, думала, перемелю. И будут у меня фарш. Оказалось, у меня нет на фарш, так что я достала и сейчас мариную мяско на шашлык. У меня есть вот такая вот приправа для шашлыка. Так что сейчас сыплю, не жалею. Раз не будет у меня пельменей, будут у меня сегодня шашлык. Не знаю, правда, кто мне его жарить будет, но... Вот такая вот приправа, такие большие кусочки. То есть, как бы мне было жалко такое на фарш молоть, и вот будет у нас сегодня праздник. Тем более, сегодня последний звонок, школа закончилась. Устроим себе маленький праздник. Кушать, готовить ничего не хочу, у меня там остался борщ. Ну, как раз собачкам хватит покушать. Так, я посолила, специи добавила. Сейчас хорошенько перемешаю и все. Теперь осталось помыть посуду и ждать, пока замаринуется шашлык. Покупала, хотела купить рукав для запекания, купила, не почитала, купила вот такую вот штуку. Ну ничего, она мне тоже пригодилась. То есть как бы вот так вот использую ее. Сейчас уже Мишка со школы придет. Уже где-то. Они сегодня до 11. Сегодня подруга звала. Борщ ей надо сварить, ей одной скучно без меня. На огород я сегодня не пойду, потому что вчера поливали сыром. Сейчас сделала уборку в шкафу. Ну, вернее, делаю. Нашла огурцы. Нужно посадить. Я уже за них и забыла. Я прошлые огурцы садила. Они у меня там зашли. 3 штуки, блин. Купила дорогих. И забыла за них. Надо пойти посадить. Не знаю, надо посмотреть. Вчера поливали, там сыро было. Как там можно на огород зайти или нет. Но, в принципе, сегодня ветер. Так, хочу вот это все убрать. Потому что это мне не нравится. Я уже помыла, убрала стаканы. То есть, как бы у меня есть, а это для большего количества гостей. А для повседневного у меня есть стаканчики. Так что я убрала и тарелки убрала, оставила там для себя немножко. А все остальное убрала. Я сижу дома, не знаю, чем себя занять. Вот и начинаю то убирать, то стирать, то мыть. В общем, как-то так. Меня видно. Нашла кофе. Нашла. Блин, как я давно в этот шкаф не заглядывала. Вернее, заглядывала, не обращала на это все внимания. Но уже этому кофе. Это разный кофе. Так, с этого можно сделать скраб. А это еще можно попить. Угу. Так, подруге ведро надо отдать. Вчера ездила, так и забыла. Я не вчера, не вчера, наверное, позавчера рвала черешню. Я свое одно ведро взяла. Она мне еще и свое нарвала. Так что я уже заморозила 2 ведра черешни, собрала клубнику. А клубника у меня получилась 2 вот таких миски. А когда собрала в пакетик, это все сложила, там получилось совсем чуть-чуть. Вот так. Вот это можно добавить мед и можно сделать маску. А в принципе я ее могу сейчас сделать. Так.
Так, маска отменяется, я не нашла мед. Так что где-то у меня стоит, но тоже не помню. Надо все искать. Я после ремонта все повыносила, но так назад большую часть и не занесла. Так что как-то вот так вот. Сегодня проводим день на кухне. Так. На улице такой ветер. Открыть окно. Уже на улице жарко. Плюс 26 сегодня. Но ветрено. Так, на огороде у меня еще сыра. Наверное, пойду вечером. Посажу огурцы. Осталось помыть сковородку, досточку, пару ножей. Блин, все никак не соберусь. Там чуть-чуть вытереть, там чуть-чуть вытереть. Вот эти вот места в шкафу протереть, потому что очень такие вот они марки у меня. В принципе, мне нравится моя кухня, но сейчас не нравится тем, что, блин, я к ней не приспособилась еще. Не приспособилась в том плане, что неудобно, не могу найти ракурс, чтобы поставить камеру. Сейчас многие просят, я прям засмущалась, все говорят, что я мало себя показываю в кадре, хотят больше меня видеть. Это пишут в личные сообщения. И не только мне пишут, но и моей подруге, которая иногда мелькает в моих видео. Сейчас быстренько почищу печку. Так, помою остатки посуды. Ну и в принципе все, можно помыть пол, и я готова. А, еще нужно сварить пельмени, сейчас Миша придет кушать. Иду кормить своих собак остатком борща. Собаки пошли. На улице уже тепло. Уже можно сказать жарко. Но ветер. Так, надо велосипед убрать. Я сегодня ездила к маме. Бросила велосипед. Нужно... Так, Тайсон. Нужно его закатить. Так, а одной рукой мне неудобно будет, так что подождите. Так, все поставила. Все убрала. Пошли. Пошли, я буду дверь закрывать. А Тайсон уже пристроилась к кастрюле, да? Сейчас насыплю. Периодически их закрываю, потому что от них такая шкода, да? Морды. Май, пойдем домой. Ой, надо посмотреть, там у меня ворота. Ворота открыты. Блин, ветром ворота открыла. Поставила вот такую вот бочку. Кстати, где? А, мешок он упал. Мешок надо. Надо мусор вынести. В общем, смотрела у подруги такую, не такую, она купила бочку. Зачем покупать, тратить деньги, если у меня есть бочка, которая стоит без дела. Так что я ее тоже приспособила под мусор. Смотри, какие у меня цветочки зацвели. Красивая. Слушай, не так уж и сыро. Можно зайти и огурцы кинуть. Розы у меня опять цветут. Я их пообрывала все уже. Вон. А это уже новые зацвели. Я нашла уже, чем можно их подвязать. Красота. Так что... Ой, у меня уже маленько поспела. А мы пошли посмотрим. Блин, нет, все равно сыро. Так, где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Вот уже малина. Ну, это только две штучки. Вот еще.
только начинает спеть. Ну, уже хорошо. Клубнику собрала. Ой, да она уже вот тут вся, он скоро поспеет. Красотка моя бегает, да? Маечка, пошли домой. Стрекоза моя. Так, хожу, брожу. Ну, уже с ребенок со школы придет. А кушать нечего. Ты домой идешь? Ну, пошли. Блин, надо дверь вымыть. Дверь почему-то грязна. Ну, как почему-то у всех руки грязные, поэтому и дверь грязная. Так, у меня в доме беспорядок. Сегодня пятница, я убирать ничего не буду. У меня завтра генеральный день. Так, кастрюлю помыть. О, печка у меня уже, это уже печку можно натирать. Набрала воды, а уже на пельмени воду поставила. У меня в спальне стоит цветок. Вот эти цветы я вынесла, вернее, не вынесла, а убрала с окна, когда готовила. Этот у меня стоял, а вот эти два на окне стояли, они мне мешали. Я их пока сюда поставила. О, спит принцесса. Эти цветы у меня под рукой. Я за них не забываю. То есть они у меня всегда политые. Майя, убери морду. А в спальне у меня стоит цветок. Я утром встаю, надо полить. Вечером ложусь, надо полить. Он у меня уже бедненькие цветочки, ой, эти листочки опустил. Я все никак не полью, все время забываю. Сейчас пойду поливать. Вот этот у меня, он уже какой распустился, даже цветет. А это я посадила с косточки. Вот он. Он все забываю, этот фрукт. Авокадо. Вот. Пошли поливать. Ну, конечно, бардак не убрано, кровать не заправлена. Так. Ой, здесь его не видно, да? Сейчас окно открою. Вот. Ну, видно, да, что листочки упустил. Да ты мой хороший. Надо тебя уже на улицу вынести. На улице уже хорошо. Под поливалку тебя поставить, чтобы не забывать тебя поливать. У меня еще есть фикус. Вот он. Вот что-то с листочками уже. Тоже, блин, забыла полить. А ты чего отвернулась? Обиделась, что ли? Как мои собаки нервничают, не нравится им закрытыми сидеть. Если ты не любишь пельмени, то у тебя нет сердца. Да? Сходи к кардиологу. Да. Все, пельмеши готовы. Сейчас Мишу покормлю, потому что шашлык будет вечером, до вечера еще далеко. Ребенок только со школы пришел, голодный. Еще нарвала редиски. Сейчас сделаю салат с яйцами. Как раз будет шашлык и салатик. И будет ужин. Редиска, кстати, своя, домашняя. Мы с Мишей уже покушали. Сейчас хочу съездить к Олесе. Она мне говорила там что-то выкопать. Вернее, я у нее собиралась что-то выкопать. Уже не помню, что.
Это давно было. Ну, сейчас поеду накопаю. Я не помню, как он называется. Миша не захотел со мной ехать. Там, говорит, ветер. Тяжело будет педали крутить. Ну, а я поеду. Собаки мои поуспокоились, не пищат. Да, собаки? Сейчас я уеду, начнет пищать. Кнопка. Так, я уже доехала. Велик поставила. Сейчас вот это открывается. Сейчас я покажу, какой я кустик хочу выкопать. Она мне там что-то про него рассказывала. Я, правда, не помню, как он называется. Вот, вот он. Просто деревце, оно кустом растет. А на улице еще больше кустик. Сейчас пойдем на улицу посмотрим. Я пока ехала, мне позвонили. Ай, блин, головой об что-то стукнулась. А! Так. Какие розы красивые, да? Ой, желтенький он, бесподобная красота какая. Так, где? А, вот он, вот этот большой куст. Даже на нем какие-то ягодки, но они еще маленькие. Я бы еще хотела накопать вот этой вот. Но это уже на осень. Такая вьющая роза. У меня есть где ее посадить, я уже придумала. Но это осенью чубучков нарежу. Как я уже сказала, мне позвонили, пока я ехала. Пыль. Песок в глазах и во рту. Я ехала, мне позвонили, я оставляла анкету. Тогда он когда говорила, что я пока не скажу, куда. Я, честно сказать, я не думала, что мне позвонят. Я была 100% уверена, что мне не позвонят. А сейчас еду, и мне позвонили. Завтра я иду на собеседование. И если, а я думаю, что возьмут, раз позвонили. Просто так бы не звонили, если бы не брали. Ну, завтра иду на собеседование, и по результатам собеседования я отчитаюсь, иду я на работу или нет. Я у нее осенью нарезала вот таких вот роз, посадила. Правда, я нарезала очень много. Не знаю, какие из них у меня получится, но я уже пооткрывала все бутылки. Вот такая вот у меня точно есть моя. У меня такой нет. Ну, чебучков нарезала, короче, много. Вышла, а что из них получится, уже будет видно осенью. Она вообще фиолетовая какая. Не знаю, мне не видно, чтобы камера передавала этот цвет. И вот такая вот красивая. Ну, резала всех. Резала. Вот это вообще такая черная. А что у меня там останется, что получится, уже посмотрим. Вот такой вот черешни я нарвала 2 ведра. Вон эту ветку. Вот эту ветку все перебрали. Получилось 2 ведра. Короче, они у меня уже в морозилке. Я бы то, что будет, головой зацепилась. Слишком низко. Нет, ты слишком большая. Он тебе, малыш, идет помогать тебе. Как его зовут? Не знаю, это сейчас помню. У Наби вспоминала, думаю, как. Ты хоть задавай вопросы, чтобы я готова была. Сейчас я тебе лопату сломаю. Ну, вкапывай, значит, подальше, чтобы не ломать. А это, у меня тоже такое есть. А это вот цветы, видишь, они. Они такие красненькие. Он даже не хочет. Он точно мне нужен? Ну, он красиво будет у тебя, когда будут ягодки красненькие. Знаешь, куда я его посажу? Вот овечки. Вот это, а с тех, как на мостике, где вот это? Да, красиво будет. Если бы еще 2 туда посадить. Ну, вон, видишь, все нормально получается. Еще копай еще. Лопату сломала.
Может, дальше попробовать обкопать, чтобы ты его это. Корень, наверное, сильно глубоко. Ой. Упади еще, ляг на него. Завтра пойду на это, на собеседование. С синяком. А что ты? Уже больше видит нас. Фонаря. Да, Наташ, тебе ни в саду не работает. Иди отсюда! Да блин! С одного видео, как ты копаешь на 3 минуты уже. Надо будет потом на скорость нажать. Как будто на лодке, знаешь, Наташа, ты мне сделала. Вот так и дерево будешь выкапывать. Все. Я думаю, примется. Он там еще корешочки. Если сразу посадить и поливать. Да, ставь, я потом закопаю. Как ты ехать будешь по такому ветрюгану? Слаж как-то приехала. У тебя дерева не было. Давай, счастливо, приезжай. А здесь как раз будет такая красота. Вот он, вот он. Подвял. Конечно, если бы Сашка выкапывала бы, даже ни один листочек бы не завял. Ну, его не было, я выкопала сама. Будем надеяться, что примется. Собаки целый день закрыты. Собаки. Пошли гулять. Ой, сколько радости.
сколько радости. Так, ну. Чё ты прибежал? Кнопа. Кнопа. Ты кнопочка, ты маленькая кнопочка. Ах, ты кнопа. Ай, Васька. Так, пойду эту миску отнесу, а другую с крышкой принесу. Вот в эту миску сложим шашлык. С крышкой удобно. Хотела на улице посидеть, но на улице такой ветер. Короче, на улице такой ветер, песок во рту. Лучше в доме посидеть. Коша, снесли мне кока. Хорошо иметь домик в деревне, но мне иногда хочется пожить в квартире. Вот честное слово, так устаешь от всего домашнего. Вот салатик с редиски и из яиц с майонезом. Все домашнее. Смешиваю кетчуп и майонез. И получается кетчунес. Мишку отправила за хлебом. Шашлык уже почти готов. Ой, блин. Не хочет. За ложки сходить. Кто-то уже так делает. Вкусняху к шашлыку. Кисю-мисю. Держу. Ветер такой, дверь, калитку прям выносит. Заходи, заходи. Шашлык готов. Все, а мы ужинать.